30 ноября прошло грандиозное событие года для всех творческих коллективов под руководством Александра Борисова – Dance Craft Party. Вот уже второй год подряд Александр собирает всех своих учеников вместе, которых на данный момент более 200 человек, и в конце года они устраивают это шоу. Как говорит сам преподаватель, это мероприятие нужно для того, чтобы сплотить детей, и они ощущали себя частью одной большой команды. Танцы, батлы, знаменитые гости, драйв и отличная музыка – вот основные компоненты этого замечательного праздника. И дети от этого просто в восторге. Александр Борисов порадовал своих ребят. На дискотеке присутствовала финалистка 7-й фабрики звезд Корнелия Манго, которая не только подарила свои песни, но и вместе со всеми отрывалась под классную музыку. Еще одним гостем стал замечательный тренер Рема Сонда. Он прибыл, чтобы показать ребятам основы латиноамериканского танца с колумбийскими корнями – сальсе. В качестве своего партнера он, естественно, выбрал Корнелию. А вот за качественный звук отвечал другой знаменитый гость всего мероприятия, великолепный исполнитель хип-хопа и не менее отличный диджей Эль Шакил. Все эти гости, конечно, не случайны, они хорошие друзья Александра. А Корнелия Манго даже призналась, что брала несколько уроков танца у своего друга Саши. Атмосфера праздника поддерживалась отличной музыкой, зажигательными танцами, в которых участвовали все – гости, дети и даже их родители. Ребята приготовили массовый флешмоб, в котором приняли участие каждый ученик от самых маленьких до самых старших. Организаторы пати вручали оригинальные подарки за лучший мейкап вечера, самому стильному посетителю, самой активной маме. В завершение вечера в зал внесли огромный воздушный шар с большим количеством маленьких шариков внутри, который своим взрывом завершил дискотеку.